Мама, мне нравятся девочки. Ну, глядя на твоего отца, я частично одобряю этот выбор. Ой, я это вслух сказала? А по-моему, тебе нравится пи***лей получать. Отлично, а дальше кто? Собаки? Доча, ну сколько раз тебе повторять? Джастин Бибер не девочка. А может, просто нужно найти мужика, у которого грудь больше, чем у тебя? Ну, то есть любого. Чтоб я понимала масштаб трагедии, а девочки прям в смысле маленькие. Лучше б вон с брата пример взяла. Ему вот мальчики нравятся, а тебе вот прям все девочки нравятся. Или какая-то конкретно? Нет, просто если это Пугачева, то она и мне нравится. Это я во всем виновата. Просто я слишком сексуальная. Собирай все свои лесбушские вещи и вали из этого гетеросексуального храма. А у вас там есть женщины моего возраста? Алло, Дима, я хочу раскрыть вам свой секрет. Так, давай, не томи. По-любому тёлку себе нашел. Ну, давай, давай, рассказывай уже. Вот. Нифига себе буфера. Ну ты красавчик. А, не-не, это не то. Вот, нож? Да. Я купил себе нож CSGO за 15 тысяч рублей. Я крут, а? А, крут. Молодец, красавчик. Ты просто крутой. Иди погуляй, хорошо? О, дебила Кусмана, я вообще не понимаю, как можно было потратить 15 тысяч рублей на какой-то гребаный нож. Может быть, мне рассказать, Аля, как ты купил дуло в танчиках за 50 тысяч рублей, а? А если что, ты только что сейчас это рассказал. Я сейчас приду. Игра. Кто дольше всех задержит дыхание в легких, я первый. Ты сейчас вообще дышать перестанешь, ты понял? Я полгода копил эти деньги. Полгода я копил эти деньги. Помогите, у нас человек умирает. Так, что вдвоем зашли? Проходной двор, что ли? Идите отсюда, бегом. Он сознание каждые 10 минут теряет. Так, не надо, мне он сейчас не кровь еще зальет. Вынеси его отсюда. Женщина, вы что, помочь не можете? Видите, он кровью истекает. Я что, каждому алкашу должна помогать? Нечего ночами шляться. Мы вообще-то в аварию попали, у него голова пробита. Блять, как же вы заебали уже все. Сядь нормально, ровно сядь, набуханные. Только делайте, что и бухаете постоянно. Сядь ровно! Аккуратней, женщина. Я 26 лет работаю медсестрой, ты мне сейчас поучить еще вздумал? На, сам тогда перематывай, что вообще пришли сюда? Господи, а? Так, подождите, срочно сейчас у меня. Алло, что, закончилось? Вы, может, доделаете нормально? Закончилось? Так и что, жать с Лукасом вместе теперь? Да ладно! У него пульса нет, он умер! Короче. У него пульса нету! Так, ну и что, у нас все равно морга нет, вам надо все равно в другую теперь больницу ехать. До свидания. До свидания. Всем здрасте, я Лариса. И я мать семерых детей. Вот почему людям так важно до кого-нибудь доебаться? Сидим, значит, с подружкой и с деточками. Спокойно, пьем винишко, никому не мешаем. На минуточку, подходит к нам парень и тычет телефона прям в рожу. Я говорю, хуй ты снимаешь тут, а? Это, говорит, общественное место, что хочу, то и снимай. Вы, говорит, он мне говорит, сидите на памятнике, пьете, курите. Вот пиздец. Мам, а деньги пахнут? Нет, сынок, пахнут те, у кого нет денег. Причем очень сильно пахнут. Короче, сосунок, а меня жизни учит. Я говорю, мать, вообще-то, а ты тут и меня учишь. Где можно пить, где нельзя пить. Но это же, говорит, памятник. Так мы, может, помянуть пришли, вот. А Анатолий Семенович Пушкин. Мам, вообще-то, Александр Сергеевич. Да какая разница, а? Короче, вырвала я у него этот телефон и об ногу Пушкина Александра Сергеевича разбила. Ну а шо? Мой авторитет перед подругами подрывать. Никто не хочет меня понять. А я же мать. Или ты сейчас зовешь меня на свидание, или я тебе сейчас сяду на лицо, сука, прыщ выскочил. Марина, attention. To be continued, это Марина. Он позвал меня на свидание сегодня в 7 часов вечера. Я не знаю, что мне делать. Девушка, здравствуйте. А можно, пожалуйста, записаться на шугаринг, на глубокое бичение? К сожалению, на сегодня все занято. Ты мразина, у меня сегодня свидание! Вера, я не знаю, что мне делать. Я зашла в интимиссиме посмотреть себе стрингачи. 4500, Вера! Вера, у меня свидание, Вера. А ты можешь отожить мне свои каблуки? Шалава, ты конченая, забыла, как я тебе помогала? Пошла к черту! Алло. Извини, сегодня не получится, наверное. Давай, короче. Это лет я точно не упущу. Оно должно быть незабываемым. Поэтому давай составим план, чтобы ничего не забыть. Давай. Чего-то это лет вообще не хочется упускать. Оно должно быть незабываемым. Может, давай какой-нибудь план составим? Ты сама пойдешь.
Смотри, какая цитата. Если вы чего-нибудь хотите добиться, у вас должно хватать мужества на неудачи. Слушаю, очень мудрая фраза. Аладдинчик сейчас хорошо зайдет. Смотри, какая там обезьянка. Как же круто правильно питаться. Давай так целое лето есть. Давай. Мне так зашел карлик из последней серии «Игры престолов». Обожаю. Да, а мне блондинка зашла. Оп, стоп, ты так любила звон монет, ты шубки... Ты сюда поступила? Да, а ты сюда. Да я даже ЕГЭ не сдал. Дима, все, наш малыш вырос. Да не, вроде такой же. Ты придурок, я говорю, сын наш вырос. Че, за гаражами курить стал? Да я серьезно, он сегодня девочке в парке улыбнулся. А вот это уже серьезно. Да успокойся ты, паника на панике. Дима, я просто переживаю, чтобы он раньше времени никого к нам не привел. Надо поговорить с малым. Сынок, ну ты мой красавчик. У твоего папки тоже очень было много женщин. Сколько у твоего папки было женщин? Мало. Сколько? Одна. Вот это правильный ответ. Разговаривайте, мой любимый мужчина, не буду вас отвлекать. Сынок, у твоего папы была только одна мама. И еще ты херища папа. Началось. Что началось? Ну, маковое поле. Ну, всемирный потоп. Ну, грязные делишки. Кровавая свадьба. Потоком воды вниз, салыми водопадами. Яндекс, беда. Ну, деливери, кап-кап. Потоп в норке Хоббита. А-а-а, все, поняла. А у тебя есть, ну, это? Что? Ну, затычка в третье ухо. Скафандр для котенка. Нижняя шляпка. Кофр для бикини. Заплатка для пробоины. Кать, ну ты можешь нормально сказать? У меня месячные. Дай прокладку. Да, девочки, ну фу. Извините. Потоком воды вниз, алыми водопадами. Отпусти меня, и наши звезды падают. Юман, что с тобой? Блин, бро, мне что-то надоело уже здесь просто так сидеть. Сейчас же типа пранки популярны. Ну да, хайп считай. Ну я сейчас парочку засниму, считай популярным, сразу стану. Там мамкину ферму прирекламируем. Че, погнали снимать? Да, погнали. Да че, ребята, это наш первый пранк. Погнали, бро. Это пранк был, смотри, это камера, бля. Смотрите, как мы его разыграли. Что, охуел, что? Мы просто просмотров хотели. Это пранк. Эй! Что делаешь? Что не делай, иди нахуй, поработай, пожалуйста. Эй, сам пошел нахуй. Нахуй что? Рейтинги, пацаны! Торт у меня нахуй рейтинг. Ребят, к сожалению, мой первый пранк не удался, но нужно помириться. Ребят, извините, это пранк всего лишь был. Привет. Боитесь лететь? Да нет. А зря. Ежегодно в авиакатастрофах умирают тысячи людей. А знаете, что происходит при разгерметизации? Сначала лопаются перепонки, а потом глаза. А, кстати, у вас что-то в глазах какие-то красные прожилки, с вами все в порядке? Я тут есть не советую. Я в прошлый раз после десертика тут в туалете таких дел натворила, а поносила все. Наушники надел, что я еще про тетку из Воронежа не рассказала. Видите? Да. А вы в Сочи в гости летите, да? Да. А мне там врача посоветовали, я просто живот пучит, я вот анализы ему везу. Господи, уберите это, пожалуйста. Да не бойтесь, не кусает. Фу, чем воняет? Ноги вспрели. Репетитор как к Розе подходит. Здорово?